Некоторые вопросы в книге повторяются. То есть один раз упоминает, потом второй раз возвращается к ним, или третий раз возвращается к ним. Почему? Ну, для того, чтобы подтвердить еще раз правильный взгляд в отношении этих вопросов, для подтверждения, для утверждения, во-первых. Во-вторых, потому что, возможно, опять повод повторяется к упоминанию этих вопросов. Повторяется повод, и поэтому повторяют он эти вопросы. Или какие-то другие цели, научные цели –